Вітаю вас, громада. Сьогодні ми трошки торкнемося теми, яку торкаються практично на кожній оперативній нараді, що стосується покусу людей тваринами і домашніми, і бездомними. Я думаю, кожному корисно буде знати, як все ж таки уникнути зустрічі з бездомними собаками, або якщо ви вже зустрілися, що робити, щоб уникнути їх агресії і щоб собака не покусала ні дорослого, ні дитину. Юля, ну кому як не вам знати, що ж треба робити, коли ось зустрічається людина з бездомною собачкою, да? Тому що і люди бувають різні, і тварини бувають різні, і реакція і одних, і інших буває іноді просто непередбачувана. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, звідки ви, ми знаємо про вашу групу, ви розкажіть більше нашим глядачам, яку допомогу забезпечуєте тваринам і, звичайно, щось про ці заходи безпеки. У нас є група «Помощь бездомним животним» в Фейсбуці «Города Жовті Води». Там є інформаційна підтримка наших волонтерів. Збираємо гроші, якщо потрібна срочна операція або срочне лечення. От, наприклад, буквально на прошлой неділі одна собака попала під поїзд. Їй роздробила лапу. І ця інформація попала в нашу группу, собрали деньги на лечение этой собаки, ее доставили с ЖДЦ в ветклинику, обработали рану, после этого ее стабилизировали, на следующий день ей произвели ампутацию. В это время собака находится на комнате передержки, там, где волонтеры занимаются лечением. Благодаря нашей группе люди отзываются и видят посты о помощи. Люди помогают абсолютно разным образом. Кто-то помогает деньгами, кто-то помогает едой, приносит на комнату передержки еду, кто-то помогает транспортом, привозит и отвозит животных, кто-то приходит на комнату передержки и убирает, просто ухаживает за этими животными. Это все очень важно. По поводу нашего мероприятия. У нас планируется мероприятие 9 февраля в центральной библиотеке, которая находится в 12-й школе. Центральная библиотека нам любезно предоставила пространство для нашего мероприятия, на котором мы хотим рассказать жителям города Желтые Воды о том, как вести себя, когда они встретили на своем пути бездомную собаку или стаю бездомных собак. Что нужно делать для того, чтобы собака не напала или стая собак не напала и не травмировала физически человека и ребенка, и также не было психической травмы, испуга. Для детей это очень актуально. Мы также расскажем, как вести себя, как оказывать первую помощь, если собака все-таки укусила, куда обращаться, дабы предупредить заболевание бешенством. И еще обязательно расскажем о стерилизации животных, как это контролирует популяцию бездомных животных, как это влияет на агрессию животных, и покажем, расскажем, что это очень безопасно и это очень гуманный метод, которым может пользоваться любой человек не только нашего города, а и всей Украины, а также всего мира. Для того, чтобы ребенок не пострадал во время встречи с бездомной собакой, первое, что нужно сделать, это просто не шуметь. Тихо, спокойно, не махая руками и ногами, обойти собаку немножко стороной. Этого уже будет достаточно. А более детально мы вам расскажем на нашем мероприятии. Мероприятие у нас, пожалуйста, по записи. Прошу звонить по номеру телефона 066-056-7646 за неделю. Количество мест ограничено. 9 февраля в 12:00 Центральная библиотека.